По другим темам. МЧС России по Ненецкому округу подтвердило, что поиски с воздуха пропавших мужчин на острове Вайгач стали безрезультатными. Напомню, двое жителей Варнака пропали еще 29 ноября. Они уехали в тундру в район мыса Белый Нос на снегоходе. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Все это время поиски ведет и местное население. Подключена также администрация муниципалитета. Поиски результатов не принесли. Было рекомендовано главе муниципального образования проводить поиск пока своими силами, осмотреть ближайшие избушки, все возможные варианты, куда могли данные люди уехать.